Всем привет, ребят. Продолжаем трешечок. Сейчас пооткрываем некоторые плюшки. Хочу пособирать камешки. Паролим опять камешки. Будет опять топовый контентик с роллингом героев. Посмотрим, что в этот раз нам упадет. В общем, поехали. Посмотрим, что у нас тут интересного есть на открытие. Так, значки почета. Это мне надо. 3 миллиона камней уже, точнее кулаков накопилось у нас, не знаю, что дальше с ними делать буду, солить, наверное. Такс, поехали на наши плюшки. Так, это тоже можно продать. Так, первые 75 сундуков. Я вам видосик уже показывал, я по одному открывал, сейчас мы быстренько откроем. Книжечки 600, отлично. Так, две коробочки, ну такое себе. Карта вторая. Ну, самые основные цены для меня здесь это значки почета. Мне их надо очень много. Такс, отлично. Давайте посмотрим, что за сетик исцеления. Неплохо. Так, что у нас тут за сеты? Это с подарков. Замедление, отлично. Хоть один сет замедления, хоть пятый будет. Так, ТУшка. Все, да. С этим мы разобрались. Такс, отлично. Блин, где мне этих питомцев столько набрать? Да, они уже завезут питомцев обычных на рынок. Так, есть. Это тоже можно сразу же открыть. 129 штук, неплохо. Так, поехали. Вот это нам интересно. Так, сейчас, секунду, гляну, что у меня там по мешочках. Точнее, по значках почета. Еще на два героя накопили. Так, окей. Но эти мне не даст открывать сейчас, потому что у меня кристаллы в лимите. Откроем эти попозже. Так, давайте сначала начнем с фиолетовых. Тут вот падают такие вот плюшечки. Ну, раскол, в принципе, я отсюда тоже дофига рун собрал. Очень много дара жизни вытащил. Ну и плюс скины, поехали. По 10. Вот дар жизни. Третий сетик раскола, четвертый, аж два сета дара. Ну и как видите, скины неплохо падают. Вот раскол словили. 4, отлично. Еще один раскол. Ну, раскола тут уже у меня немерено просто. Дар жизни. Раскуем весь раскол, посмотрим. Еще один раскол, офигеть. Так, давайте эти откроем. 10 сетов сразу. Так, отлично. Отлично. С этим мы разобрались. Так, теперь давайте эти пооткрываем. Тоже надо сетики дособирать. Поехали. Посмотрим, какой шанс. Ну, тут, честно говоря, против новых этих сумочек так себе падает, как видите. Не то немножко. Ну, опять же, тут я ради скинов. Мне надо на Афинку скины докачать. Так, есть, отлично. Поехали, синие.
Рея, заклинательница Махатма. Вот отсюда, думаю, Махатма, сколько там, 45-35. Ну, уже 100 осколков собрали. 135. 170. Да, Махатма отсюда собирается на изи просто. Вот только одно рвение вытащили. Так, отлично. Не знаю, сколько мы там мохнаток вытащили. Поехали. Сюда. Попробуем сейчас сетики посоединять. Так, третик. Ничего себе, третик, а целый 17. Так, четверочку. Две пятерки сделали, отлично. Так, пятерки. Так, конвертируем в эмблемы. Так, смотрим, что у нас получается по эмблемам. Делается одно есть. Нам на семерку надо... Три штучки. Значит, еще делаем две. Отлично. И делаем семерочку. Так, не хватает камней, но это, в принципе, здесь не проблема. Че я мучаюсь? Ну, в принципе, ладно, не будем все открывать. Пусть немножко будет и на складе. А вдруг не хватит. Так, можно 2 миллиона, думаю, открыть. Сразу же заберем одни. Да, чтобы я так жил у себя на основе. Как здесь. Так, еще одни нам надо забрать. Окей. Такс, поехали обратно в руны. Че я сюда залез? Так, делаем семерочку. И сколько у нас седьмых получилось эмблем уже? 5 сетиков. В принципе, хватает. Еще можно сделать 2 шестерки даже. Ладно, пока оставим. В принципе, мне хватает 5 штук. Давайте добьем. Что у нас такое интересное есть? Бить по шестеркам. Исцеление сделаем, это сделаем. Два воодушевления, бог войны, чтобы не валялось. Так, тут можно, конечно, трешивать по полной. Самое главное, чтобы камней хватило. Так, по пятеркам. Так, шестерка. И тут надо еще один, значит, надо. Давайте сделаем еще так. И еще одну. Вот так вот. Так, все, есть. Теперь порочный пакт еще надо нам открыть.
Так, вроде два надо, если я не ошибаюсь. Поехали. Так, и шестерки три. Все, есть. С этим тоже, в принципе, разобрались. Ну, шестерок, как видите, их всегда будет все больше и больше, потому что они в акциях очень хорошо падают. Такс, ну, вроде как бы все. С этим разобрались. Что у нас получилось в итоге? Ну, такое вот, ребят, богатство. На моем русском сервере до этого очень-очень далеко. К сожалению. Так, окей. Что у нас по красным осталось? 125 тысяч красных осталось, как видите. Тоже немного. Так, поехали дальше. Поехали, будем ролить. Профессор Рибит. Бигфут. Некрас. Прея 40 осколков, Махатма 40, Повелитель Були, Стрелок, Махатма, Рибит, Стрелок, Бигфут. Ну, что-то смотрю, так, Вольтика дали, Анубис, еще раз Вольт, еще Фрея, еще Огнекрыл, отлично. Ну, хоть падает, Асурик. Да, это, конечно, жесть. Еще целого стрелка словили. Ну, Фрея тоже мы собрали. Думаю, и Анубиса, и стрелка собрали. Ну, в общем, офигенно здесь падает, конечно, с этих камней. Еще один стрелок, офигеть. Вольт. Круто, круто, конечно. Да уж, у нас такого на русском нет. Еще и в конце Некроса затащили. Вот так вот. В принципе, мы все сделали, что должны были. Пооткрывали сумочки, открывали там некоторые итемы. В общем, вот как-то так. Эти сундуки, можно, видите, мне не дает открывать очень много кристаллов синих. Надо будет их посливать, тогда сможем подкрывать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, топ-контентик, лайки, репостики. Я побежал спать. Всем удачи, всем пока.